Прийти посмотреть на нового обитателя Иркутского зоосада пока нельзя. Познакомиться с ним можно будет только после окончания режима самоизоляции. Пока же новорожденный барсучок набирается сил. О пополнении стало известно, когда родители малыша Анюша и Марик вышли из зимней спячки. Детеныш заявил о себе в полный голос. Чуть позже стало ясно, молодая мама с обязанностями не справляется, барсучок не доедает. При том, что у пары это уже не первый приплод. В прошлом году на свет появились два самца. В связи со сложившейся ситуацией сотрудники зоосада решили новорожденную, а это оказалась именно девочка, перевести на искусственное вскармливание. Специальную смесь малышка получает через каждые 6 часов. Сама она есть сможет только через пару-тройку месяцев. А вот характер маленькой барсучихи виден уже сейчас. Зверек оказался очень социальным. Очень такая юркая, очень быстрая. Быстро все усваивает, быстро ко всему привыкает. Требует внимания неимоверно. То есть она поела, минут 15 я с ней играю, развлекаю, обучаю ее, чтобы она привыкала к людям. Потом сажу ее в клетку, в место, где она спит. Но, тем не менее, она поспит 15 минут и потом требует опять внимания. То есть она разносит клетку, она урчит.